Всем привет! Сегодня я хочу показать вам настройку видеокарты GeForce, NVIDIA GeForce под Counter-Strike Global Offensive. Итак, правой кнопкой мышки мы нажимаем на рабочем столе. У нас выскакивает под меню. Здесь мы видим панель управления NVIDIA. Если же у вас его нету, значит у вас стоит или другая видеокарта, или же вам нужно двигаться в разрешение экрана, в дополнительные параметры, и вот здесь у вас должно появиться подменю, но у меня почему-то его нету, хотя у меня есть подменю здесь. Поэтому открываем панель управления NVIDIA, или же в пуске пишем NVIDIA, вот панель управления NVIDIA. Дальше у нас открывается настройка своей видеокарты, где в принципе мы можем настраивать буквально все, что нужно в плане графики в Counter-Strike GO. Хотя, конечно же, смысл этого в Counter-Strike GO достаточно упразднен, так как настройка видеокарты, привычка точнее настраивать видеокарту у нас осталась из Counter-Strike 1.6. Хотя в Counter-Strike GO все настройки видеокарты, кроме одной, которую я покажу чуть позже, есть в самой игре. В Counter-Strike 1.6 таких настроек же не было, и поэтому именно в настройках видео нужно было подстраивать конкретную игру. Но все-таки, так, двигаемся в управление параметрами 3D. Здесь мы можем поставить все на минимум, но тогда у нас абсолютно все игры, включая ваши другие игры, в которые вы привыкли играть на красивом разрешении с красивой графикой, также ухудшатся. Поэтому я предлагаю все-таки пройти в программные настройки, вот здесь выбрать Counter-Strike Global Offensive, или же добавить таким образом, или же, если опять же тут нету, есть обзор, указать нужный файл CSGO в папке Steam. И дальше здесь просто нужно все повыключать. Анизотропную фильтрацию, вертикальный импульс, сглаживание и так далее. Буквально все на минимум поставить. Поставить все на минимум, высокая производительность, режим однодисплейной производительности, фильтрация текстур, вот тут у меня включена, надо взять и выключить. Все поставили на минимум. И опять же все эти же настройки еще раз продублировать в CSGO, в дополнительных настройках CSGO, все поставить опять на минимум. Ну и, наверное, самая полезная настройка в CSGO, которая есть в видеокарте, это... это регулировка параметров цвета рабочего стола. Здесь у нас все по дефолту, кроме одной настройки. Цифровая интенсивность или Digital Vibrance по-английски, у кого английская версия драйверов. Меняется от 0 до 100. На дефолт, дефолт это, по-моему, 50. 50 это дефолт. Я не знаю, видите ли вы видео, как меняется цвет изображения. Скорее всего, он не меняется, но у меня на мониторе достаточно все цвета становятся очень насыщенными. У кого новые мониторы, могут поставить там 75-80. Но так как у меня монитор немного староват, поэтому я выставляю 100. Что это дает? Counter-Strike GO это дает буквально намного лучше картинку. Она ярче, веселее и, что самое главное, намного лучше видны модельки противника на текстурах карт. Поэтому всем советую именно играть с этой настройкой. Так делают абсолютно все профессиональные игроки. Поэтому эта настройка очень важна. И наверняка еще, что вас может заинтересовать, это настройка масштабирования экрана. Вот она. То есть у того человека, у кого монитор автоматически не сужает изображение под там нужное разрешение, не широкоформатное, то вот эта настройка формат изображения. И, соответственно, видеокарта должна помочь в сужении монитора. Ну, собственно, и все на этом. Оставайтесь с нами, читайте сайт GGBB.